Павленко Артур Михайлович, помощник руководителя общественной организации «Запорожье городской конгресс инвалидов». Мы открыли центр по помощи людей, которые пострадали от военных действий. Под эту категорию попадают как переселенцы из зоны АТО, так и семьи военнослужащих и иные категории, которые пострадали от данной войны. Смотрите, там еще лежит пару-тройку тонн вещей. То есть если сразу их повесить, ну, во-первых, у нас пока недостаточно места, во-вторых, мы порционно будем выставлять новые вещи, чтобы они хоть бы обновлялись. Также мы продолжаем помощь посредством этого центра нашей основной категории получателей, которым мы помогали до этого, это инвалиды, люди с ограниченными возможностями. Отдельная информация по переселенцам, по ограниченным возможностям. В общем, мы не считали, но это тысячи и тысячи людей. Что этот центр будет нести в себе? Это будет поддержка продуктами питания, кухонной утварью, одеждой, детскими игрушками, медикаментами, расходными материалами, такие как памперсы, перевязочный материал. 707-18-76, это Аня, она все время готова принять звонок и объяснить, как проехать, что нужно. Также при получении записать и объяснить все нюансы получения, количество документов, которые потребуют. Сейчас центр наполняется только посредством гуманитарной помощи благотворительных организаций, которые тоже являются получателями гуманитарной помощи и передают нам. Человек, если он берет одежду, то он может выносить, ну, брать только 5 вещей любых. На следующий раз, когда он приходит, он опять же берет только 5 вещей. Последние вот полгода мы обслуживали территориальные центры социальной помощи государственные. Мы помогали Красному Кресту, мы помогали частным семьям, многодетным, интернатам помогали. Сейчас очень мало, нам тяжело, и поэтому, поскольку мы не смогли обслуживать область, мы решили переориентироваться и помогать выдаче частным лицам. Пока вот так. Я думаю, нам помощи не хватает от общества. Мне кажется, сейчас общество привыкло к войне. Половина общества ведется, думает, что это не моя вина. Половина людей зарабатывает на этом деньги. Это вообще убивает. И остальная часть людей, которые поддерживают партию регионов, которые пытаются все время все назад вернуть. А смысл тогда этим заниматься, если нет веры в том, что все будет хорошо? Как отдыхаете? Просто пытаемся друг другу не звонить. Вообще настолько классно получается. Как анекдот, как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь. Так удобно. Зато когда Галину спросят, как она провела отпуск, она может спокойно сказать взглядом. Музыка помогает хорошая. Общение с природой помогает, тишина. Действительно, отключиться вот полностью на какое-то время. Обязательно надо уметь выбрать это время для того, чтобы побыть где-то на берегу реки, в лесу, выключить телефоны, хотя бы на непродолжительное время, потому что мы сейчас так привязаны к телефону, он мне иногда чем-то напоминает поводок
в любой момент кто-то может тебя дернуть. Для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, нужно это все выключить. Когда-то же мы жили без мобильных телефонов. Это время было не так давно. Думаешь? Поехали. Я замдиректора Кировского дома инвалидов Рябко Наталья Ивановна. Кто тонометр ждет? Я поняла, Макс. Не, мне еще надо. Ну да, надо меньше. Нам... Вот, смотрите, здесь инфракрасная лампа. А вот все показано. Очень хороший такой дружелюбный персонал. Приятно видеть, когда люди стараются. Свое дело. Сейчас библиотеку нашу покажу. Вот так девчонки сами скачивают танцы. У нас очень хороший танцевальный ансамбль. Его знают по всей области. Вот это все собрали волонтеры. Нам привезли библиотека. У нас это существует последние 3 года. У нас занимаются девочки куклотерапия. Это как, знаете, и для развития мелкая моторика. Смотрите, маленькие, это у них тренировочные театры, теневой, картонный, они делают сами. Игрушки есть и самодельные, а теперь уже их много, хорошо. А раз в году у нас на сцене большой, выставляется большая декорация, и там ставится хороший такой полномасштабный спектакль. Здесь занимаются у нас 4 класса, детки у нас с тяжелой глубокой умственной отсталостью, но все равно они занимаются и в меру своих возможностей развиваются. Ну что, мы зайдем? Да, пожалуйста, пожалуйста. Наша комната. Стараемся, чтобы они лежали и не смотрели в пустую стену, а все-таки что-то глаз на чем-то останавливался, поэтому... А у вас только телевизор, да? Носителей никаких нет, да? Ни DVD, ничего? Не, ну сюда же включают вон и флешки. А, флешки. Конечно, да. Утренники дивляться и мультики там или что на тот туда есть. Все. Это у нас ансамбль тоже есть. То есть, а там наша статья была небольшая, чем мы занимаемся, и все. То есть, вот это мы такие. Вот смотрите, из ненужных вещей вырезаются полосочки, сшиваются и связываются коврики. Потом эти коврики у нас заказывают, продаются, да? Да. И куда деньги деваются? На мастер. Вот так вот.
это буквально хосписное отделение. Мы боимся этого слова, мы не говорим об этом, но, по крайней мере, мы создаем все условия, чтобы дети нормально могли жить, ну, вот так вот. Вот создана та команда, которую мы хотели. Здесь они приняли все сложности, все трудности здесь, потому что и страшно им было поначалу. Но вот сейчас у нас классная команда работает. Молодежная группа, вот здесь у нас две молодежные группы. Это старшая, это существует 2 года. Вот мы их учим самообслуживанию полному. Мы создали для них кухню, вот пахнет. А еще салат какой? Никакой. Это кабинет психолога. Здесь тоже психолог занимается с детками по группам или индивидуально. То есть, ну вот так вот. Песочная терапия. Кабинет ЛТК. Лечебная физкультура. Да, у нас один массажный стол, вы видели в фойе у деток, там детский, а здесь взрослые, все остальные массажисты у нас работают каждый день. То есть вот так вот. Впечатление, ну я ожидал увидеть хуже, потому что относительно других детских домов быт очень хороший. Висят нормальные телевизоры, все чистенько, все аккуратно. Меня поразила чистота постелей. Дети ходят, общаются, я так посмотрел, но впечатление хорошее, мне понравилось. У них есть, да, у них классный коллектив, у них есть потребности, но они не критичны. Не получилось?